Трагедия в Кемерово. Как же это страшно. Душа плачет. Я просто растеряна, рассеяна и потеряна, как подумаю о тех детях, которые понимали, или, может быть, не понимали, что это конец для них. Слезы застилают глаза. Господи, за что этим деткам такое? Почему? Больно, очень больно. Я как мама, как бабушка, как представлю, что испытывают мамы, родители, бабушки. Ой, это какой-то кошмар. А ведь то, что произошло, это касается каждого из нас. Конечно, помочь этим детям, родителям уже невозможно. А от этого еще страшнее и больнее. Но я хочу призвать нас всех, пожалуйста, давайте не будем равнодушными. Давайте верить, что все в наших силах. Долой равнодушие. Давайте менять себя, выступать против системы. Везде говорить свою точку зрения. Все боятся брать инициативу на себя. Вот смотрите, в этом случае одни сигнализацию отключили, другие все двери закрыли. Это все коррупция, которой мы потакаем своей позицией, типа того, что моя хата с краю. А в чем же дети виноваты? Простите нас, дети, родные, любимые. Я лично требую отставку всей кемеровской власти, от главы до самых мелких чиновников, которые попустительствовали при вводе в эксплуатацию зимние вишни, а также попустительствовали при проверках. И сейчас продолжают сидеть и бездействовать. Вот показатель неспособности этой власти решать какие-либо проблемы. Мы, простые люди, хотим, чтобы нас услышали, потому что я лично не хочу, чтобы повторилась вновь эта трагедия. Я хочу, чтобы правительство, органы власти провели качественную, всеобщую проверку оповещений. А также всех работников торговых центров, которые занимаются безопасностью наших центров. Третий день плачу, третий день скорблю. Какое это горе! Сразу вспоминается наш Беслан. Как же стыдно перед этими детьми. Как же страшно. Даже не могу представить, что чувствуют те родители погибших деток, а также что чувствовали те люди, оказавшиеся в ловушке и погибели. Это же там какой-то ад. Вот эта русская авось, жадность и наплевательское отношение к народу. Аж зубы скрипят от злости и боли. Я всех своих друзей призываю, давайте не будем равнодушными, давайте будем идти против этой гнилой системы. Давайте везде и всюду говорить то, о чем мы думаем, и вести всех людей к светлому будущему. Кемерово, скорбим вместе с вами. Страшное горе. Вечная память и вечный покой ангелочкам. Как же страшно. Скорбим.